помощь Ранину уже тяжело. Он забегает своему капитану. А тот на Миленковича Савича, которому немедленно Шарани мяч возвращает. Пенальти. Вот здесь решительный такой жест. Ну и да. Неймар против Сынгю Кима. И сейчас может забить свой первый гол в чемпионате Саудовской Аравии. Неймар семенит, семенит, семенит. А Ким-то каков? А каков корейский Буфон? И пенальти от Неймара потащил. Вот взгляд сосредоточенный. Прям ладошкой отбивает. И первый гол Неймара на земле Саудовской Аравии пока откладывается. Передача на фланг. И Ник Феррейра Караска. Против него и Малькольм, и Абдул-Хамид уходит от Малькольма и бьет. И Ник Феррейра Караска. Так что ждем подачи с угла поля. И вот она. И Калиду Кулибали. Вот он за Челси такие забивал в прошлом сезоне. Еще и загнулся. Это против законов физики где-то даже. На Банегу. Ну, не знаю, что делать с мячом. Отдай Банеге. Банега ошибается. Абдул-Хамид здорово перехватывает. Неймар разгоняет атаку. И Майкл не на своем фланге. Но катит в центр. Момент у Неймара. И это пас на гол, которого не случается. А вот теперь случается. Митрович все-таки расчехлил свою пушку страшную. Что Неймар ему передачу сделал. Он стоял, смотрел. И сейчас Неймар забьет. А вместо этого пришлось включаться. И он включился. Рубен Невиш. Ты. Если дойдет передача, Миленкович Савич на позиции Митровича. Ой, как покатил Неймару. Блестящая реакция Ким Сынгю. Всем уже, кажется, хочется по домам. Ну вот, собственно, по домам Иван Бертон и отправляет. Команда Аль-Хиляль одерживает победу со счетом 2-0 благодаря голам Кулиду Кулибали и Александра Митровича.